к юбилейной, в данном случае трагической, дате известной канадской певицей, поэтом и композитором Розали Пепард была написана песня. Сегодня в программе «Русские волны» ее премьера. А завтра она прозвучит на одном из мероприятий, которые город проводит в связи с столетием трагедии. Halifax wakes for Titanic, for her century. Duty bound, your lost were found and laid to rest, sacred in safe harbor in our breast. Гибель «Титаника» таит в себе еще очень много загадок, большинство из которых вряд ли теперь удастся разгадать. Разве что в далеком будущем, когда смогут считывать те неуловимые частицы, которые, как утверждают некоторые ученые, сохраняют в себе картины прошлого. На сегодняшний день прогнозы ученых говорят о том, что останки корабля полностью съедят особого вида бактерии, которые были обнаружены в глубине Атлантики на корпусе «Титаника». Very interesting. We can compare bacteria to humans. If I have tray of different cookies, chocolate cookies, cookies with pieces of chocolate and plain cookies, all are made of flour, except a little bit extra ingredients. Some people would rather have chocolate cookies, some plain, and some would like mixture with a little bit of chocolate only in it. Same thing for bacteria. They like iron. They are specific how they are going to take it up, quote, as a food and get energy. So this Halomonas titanica is one who likes iron. Everything has two sides, as coin. I go first with negative. Titanic is already in history and it would stay in history. However, bacteria like to munch, and they are munching on Titanic very slowly, but eventually they would consume whole Titanic and we won't have even wreck of Titanic. So that's, I would say, negative. Positive is we can use the new bacterium which was discovered. If we have old ship, navy, merchant ships, all rigs, we dispose them in deep water because rusticles form in deep water. They don't grow on very shallow waters. You pump everything out of the ships, all toxic waste, for instance, oil, strip maybe even paint off, and submerge them.
And the rest of bacteria would come and say, hey, cookies are served, let's go and eat. Так что через несколько десятилетий от лежащего на океанском дне Титаника не останется и следа. Но память о легендарном судне будет жить всегда в нашей памяти, книгах и фильмах. Осталось добавить, что вместе с Титаником на дно океана ушли бриллианты, золото и другие ценности. По резолюции ЮНЕСКО до сегодняшнего дня корабль считается неприкосновенным. Но есть специальное правило, когда проходит определенное количество времени после катастрофы, специальная комиссия решает, кому и что будет принадлежать. И это время скоро придет. Напомним, что «Титаник» лежит в нейтральных водах Канады и США, так что скоро мы узнаем, что же решит ЮНЕСКО.